Я выбираю профессию. Под таким названием 23 марта в Беларуси проходила общереспубликанская акция. В мероприятии приняли участие все учебные заведения страны, колледжи, лицеи и вузы. У будущих абитуриентов есть прекрасная возможность познакомиться с преподавателями, студентами и учащимися и из первых уст узнать об образовательных возможностях того или иного учебного заведения. Каждый год будущих абитуриентов приглашает Полесский государственный университет. В день открытых дверей организаторы мероприятия подготовили обширную программу. Квесты, мастер-классы, деловые игры. Молодые люди смогли получить исчерпывающие ответы на вопросы, касающиеся условий, льгот и особенностей вступительной кампании этого года, и побывать на презентации факультетов вуза. Четыре основных направления у нас. Факультеты представляют у нас экономический профиль, биологический профиль, инженерный профиль, включая IT-технологии, и факультет организации здорового образа жизни. У будущих абитуриентов была возможность встретиться с потенциальными работодателями, заказчиками кадров. В рамках мероприятия состоялась презентация 31 организации. Представители реального сектора экономики, банковской сферы, правоохранительных органов готовы предоставить рабочее место выпускникам университета. Я с гордостью могу сказать, что действительно у нас 100% распределение. Все наши выпускники находят свое первое рабочее место. И более я добавлю, что мы и работаем в тесной связи с заказчиками. А самое главное, что мы и привлекаем заказчиков кадров в образовательный процесс. Мы принимаем участие во всех мероприятиях, которые проводятся в университете. Работники Беларусьбанка участвуют в госсессионных комиссиях. Мы участвуем в бизнес-инвест-уикендах. Мы с удовольствием берем на практику студентов Полесского университета. Ну и, конечно же, лучших практикантов берем на работу. Качество подготовки в университете вне конкуренции. В ходе встречи будущие абитуриенты смогли задать интересующие вопросы не только преподавателям, но и студентам Полесского. И смогли узнать впечатления от учебы в региональном вузе. Прекрасно все. Очень нравится, не сожалею, что поступил сюда. Конечно, стоит сюда поступать, потому что это лучший университет Беларуси, без сомнения. Здесь прекрасная спортивная база, стадион, ледовый дворец, бассейн. Все предоставлено для студентов, очень хорошая база, преподаватели в основном все молодые. Здесь учиться интересно, можете поступать в Полесский государственный университет. Я узнала, что сюда поступить, в принципе, возможно, и это не так сложно. Еще тут прекрасные учителя, деканы. Немаловажным является то, что тем, кто нуждается в общежитии, его предоставляют без проблем. Среди более 550 старшеклассников, побывавших на дне открытых дверей в Полесском госуниверситете, довольно много ребят выберут именно этот вуз, который станет стартовой площадкой в их будущую профессиональную жизнь.